Разбилковская школа с размахом отметила всеми любимую Масленицу. В праздновании приняли участие ученики начальных классов. Они вместе со своими учителями поиграли в традиционные масленичные игры, а также приготовили мини-концерт. Учителя познакомили ребят с историей праздника Масленицы. Всем удалось погрузиться в атмосферу славянской традиции встречать весну. Масленица – это одна из давних традиций Развилковской школы. На самом деле, само по себе поселение Развилковское вместе с жителями, оно такое очень особенное, потому что здесь каждая традиция, если начинается, то она продолжается в течение всей длительной истории. И вот с момента, как была открыта эта школа, Масленицу встречали, провожали, отмечали. И в этом году такую широкую Масленицу сделали именно для начальных классов. Как и в предыдущие годы, к празднику весны ребята тщательно приготовились. Вместе со своими родителями они смастерили костюмы, соорудили символ праздника, солнце и, конечно же, испекли блины. Широкой Масленицы! Счастья, здоровья всем! Огромное спасибо родителям за поддержку. Мы рады, что у нас произошло такое грандиозное событие. Завершение – сожжение чучела. Эта традиция являлась и продолжает быть кульминацией праздника. В Развилковской школе множество традиций. Отмечать Масленицу – одна из самых любимых. Школьники приобщаются к культуре русского народа, знакомятся с обрядами, а также проявляют свои творческие способности. Все ребята были полны впечатлений. Мне понравилось то, что все было весело, все танцевали, все было задорно. Эта Масленица очень классно было. Мне очень понравилось, как мы там с учительницей играли в прятки, как пришла весна. Она такая зеленая, красивая. Этот праздник не только подвел итог всей масленичной недели. Уже завтра ученики уйдут на каникулы. И такое завершение учебного периода станет ярким событием в их школьной жизни. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.